27 января 2017 года примерно в 12 часов дня малолетняя Гиёева 2012 года рождения, находясь без присмотра родителей и прося милостыню у прохожих в Хасавюрте, безвестно пропала. Принимаемыми мерами установить местонахождение Гиёевой не представилось возможным. По словам следователя ведущего дела, поводом для возбуждения уголовного дела послужило поступившее 2 февраля заявление Рузиевой матери девочки о безвестной пропаже ее 5-летней дочери. Создана оперативно-следственная группа, каждому из которых были даны конкретные поручения. Ежедневно у нас в следственном отделе проводились оперативно-следственные совещания, на котором присутствовали сотрудники ОУР по городу Хасавюрт, а также сотрудники МВД Республики Дагестан, на которых давали конкретные указания и по которым отчитывались ежедневно. Стоит отметить, что поисковые работы велись на протяжении 6 месяцев при поддержке администрации города Хасавюрт и более 200 волонтеров города, также сотрудниками городского отдела полиции. Как отметил Тулпар Маликов, 7 июля дело было приостановлено. Сотрудниками велись оперативно-розыскные мероприятия. Не найдя ее, буквально через 6 месяцев, то есть 7 июля, было приостановлено дело с пункту 1, то есть не установлено лица, подлежащего привлечению к ответственности обвиняемого. И с того момента были даны поручения по статье 209 УПК Российской Федерации, что проводили оперативно-розыскные мероприятия для нахождения малолетней Гиёевой. В результате принятых мер в конце ноября текущего года сотрудниками уголовного розыска МВД по Республике Дагестан получили оперативную информацию о том, что пропавшая Гиёева находится в городе Балашиха Московской области. Далее был установлен адрес, по которому проживает подозреваемая, где сотрудниками Главного управления уголовного розыска МВД России и оперативниками МВД по Республике Дагестан были проведены оперативно-розыскные мероприятия, после чего в квартире была обнаружена пропавшая девочка. Подозреваемая задержанная дала признательные показания. Это одна женщина сказала этой маленькой девочке: иди, говорит, работай. Я ей дала 50 рублей, она за мной побежала. В ходе следственного дела 30 ноября в селении Баташюрт Хасавюртовского района была задержана соучастница преступления, гражданка 1978 года рождения, которая призналась в совершении данного похищения. При проведении обысковых мероприятий по месту ее проживания были обнаружены и изъяты личные вещи 5-летней Гиёевой. Бурлия Цамбиева, Тагиб Магомед Набиев, информационная программа «Пульс».